Я случайно команду перепутал, там чувак какой-то частоты спалил. Да ничего страшного. Меняйте. Просто банда дим. Да как смысл какой? Это они шифруются, они шифруются. По рацию не возьмут. Ну возьмет он рацию, там обычно частота настроена. Че париться, господи. Ну ладно. Это я спалил, пардон. Красава. Бан. Ошиблись. Простите. Забыл сказать. Глобал второго, так. Бан, забыл сказать скрин. Скрин бан. Так. Решили, что сначала атакуем. Теперь как атакуем? Можно браво обойдет. А там холм есть. И с него а можно это... нормально, чем с леска это. Кто за красных здесь сидят, идите в красный канал. Здесь есть красное? Что? Что? Враг, враг на ДВ. Враг. На ДВ? У нас блядь, ни того, ни того нет. У меня есть предложение пустить. А, я ж ваш сот, что я парюсь. Как-то много. А как там вообще выглядит на серверах? С красными силы смотрят с этого, с юга на квадратик маленький, а разведка подойдет в это время с этого, с запада. Выглядят они. Хороший вопрос. На прямоугольнике это хамвик, такой с тентом, домиком, надстройка, грубо говоря, большой такой. Антенки такие, Да, с антенками, его взорвать. А на круге это где-то там стоит ящик. Он, по-моему, на втором, ну, или на самом верху. Это не помню. Его надо искать, короче. Там он где-то на самом вот этом большом заводском помещении. Или что, где-то внутри, на первом. Мы его тогда искали. Он случайно, по-моему, появляется. Не садись спецназ на стройку прям. Да, не высадишь на спецназ на стройку. Там бардак стартует. Во-первых, да, под бардак мы попадем. Во-вторых, я думаю, к тому времени на самой стройке КНДшники будут сидеть. Что-то как-то... Мне кажется, это вообще. А если на вертолете организовать быструю высадку в этом месте? Получится под заборы. Ты запросто. Если у них будет какой-то беттер, можем всосать очень нехило. Да, они успеют просто ориентировать. Я могу начать. А у вертолета у нашего есть на этом. На пассажире нет. На пассажире, на рядом с второй пилот. У него там наблюдательная вот эта хрень с теплаком. Да, очень. Вот что я хочу вначале. И беттер, мы если бардак увидим в теплак, валим оттуда и все, не садимся. Так может тогда мы спецназ подалее высадим и будем просто вместе с вертолетом наводить, да убивать там все. Смысл уже прям в зону залетать. А у нас оружие, ты смотрел, какое подальше, да? Высадить издалека и наводить. Сплошные глушаки без оптики. Целых два. Сдуник. GPS-ики. У нас вообще командир, ты вообще никто, грубо говоря. Ну и обсуждаете, ты тоже там с инструктора что-то выделываешься. Молчи! Хорош письками мерится. Оба-на! У металла глобал бан. Да уже давно. Где спецназ? А я тут сейчас видел. Где высадить-то? Не помню. На первую миссию пытался пробиться. Ну я вот хочу где-нибудь с запада в маленький квадратик ударить. Леском. Ну высаживаться-то где? А ты понимаешь, что нас высаживает вертолет? Угу. Давайте это сперва уточним. У нас что, блицкриг? Или нет? Если да, то надо максимально близко. Если нет, то относительно далеко. 65 минут у нас. 65 минут, час 5. Ну я время про есть. Квадратик имею в виду сейчас. Именно про квадрат. То есть, если мы в квадрат залетаем и начинаем там грабить, убивать, насиловать, тогда надо близко высаживать, я так думаю. Если нет, тогда надо не близко, чтобы, ну, в принципе, можно и близко. Там людей мало и подходы с запада, с востока хорошо видно. А если вообще сделать хитро, высадиться где-нибудь на западе и по берегу проползти вдоль воды? Я так хотел. Протвино, что в районе, то поближе, да? Да, да не важно. Если по берегу, то там плохо видно, потому что там лес, можно... поле большое. Нет, можно же вдоль дороги вот так идти. А прямо за Протвино не надо, вон за 54-й высадить. Там зеленка плохая, там очень плохие деревья, кусты плохие. Не, ну ползти то же самое, только не по... Да, видно будет, будет видно.
За 54-го с БМП можно ждать с юга. С таким же успехом можете высадиться, например, вот на замке, который все под этим квадратиком, просто пробуйте. Паш, там давайте. Демьян на сторону сменил, сначала план высадки ушел, а потом в сторону сменил. Верните его обратно. Не да и все. Ну план не понравился, он пошел туда играть. Демьян, да. Иди за красный. Что, в смысле? Какой план, Саша? В прямом и в кривом, блин. Да, да, вот здесь обратно. Короче. Стоит. Короче, высажу я вас просто. Пешком пойдете. Да, да. Вдоль берега пройдем, что. А мне право на круг вести. Без шумки. А все остальные будут фармить круг. А, окей. Ну, Браво на круг. Да? Браво и что там, Чарли и Альфа. А такой? Из транспорта у нас что для Браво будет? Для транспорта. Вы найдете все ваше. О, подождите, а Е-отряд и Острелок, да? Я там должен оставаться в вертушке? Да нет, зачем ты на вертушку зашел? Если там теплак есть... Что-то. У Альфа еще два человека. Да, вот, Альфа, это пусть Браво идет. Поддержку. Да. Один С, куда отряд направляется? Все равно перевес, так что лучше пусть на вертушке сидят. Идите за Альфа. А, 1-1-Б, 1-1-С. Идите за Альфа. Двигайтесь, включая Славка. Сколько Альфа за Браво? Там Браво будет основная группа. Понятно. Альфа, там 2-2,5. Направлением, да? А вертушка будет летать над полем боя или что? Или она один раз высадится? Да, она должна смотреть. А, ну все, я тогда в ней буду за пулеметом. Не за пулеметом, ты за наводчиком дополнительный. Второй там пилот. Прайс сидит. А, прайс, вот. Понял, значит, это за пулемет. Ну, не знаю, мне кажется, смысла, учитывая, что их 14 человек, в второй группе тоже атаковать квадратик этот. Пусть сразу кругом занимаются. Там 3 человека. Какого направления вы ищете? Не могут просто говорить, и ничего с юга не было. Вот. Я тебе дал направление. Нарисуй. ДВ напишите. Да, ДВ главное напишите. Там же все есть. Слушай, что это, новые маркера, что ли? Нет, ДВ нет. Паш. Что старое? Что такое ширина у меня появилась? Написал ДВ. Вот. Так, и написать еще. А места у Прайса в вертолете уже нет? Вот, для совсем несущих, которые не поняли, что вообще нужно делать, я написал Альфа, Браво, Чарли. А какое отделение? Лавка у нас будет? Что это вообще? Так-то. Лавка это у нас Дельта, да? Дельта, Чики-Брики и Хатап. Вы да, с Дельпро сразу скорректируйтесь, он у вас будет там основным человеком, который будет отвечать. Лавка пошла в рандом. Нет, лавка не идет в рандом. Лавка идет там же, где Альфа, Браво и Чарли помогает им. Потому что против них будет БМП. Understand? Них капитулируем. Красный за круг выходит. Да, они где могут, где угодно могут ходить. Ясно. Вот. Денпро непосредственно, это, полагаю, будет. Все, готово? А у Прайса не все. А с Доника я на круг иду, да? Командую. А там я на круг командую, да, идти? Да, направление. Тузы пока что не запускай, я вышел 5 секунд. Да, что-то там. На старте еще фристайм против. А мы что, прям так с юга на север по дороге и пойдем, что ли? Ну, мы там корректируем. Вы, кстати, пехота, да, вот. Ну, понятно, я где-нибудь пораньше спешиваюсь и пойду пешком. Пехотка, вы лучше не по дороге катитесь, лучше через лес идите на лавке там или на этих, на хамик, потому что вас может БМПшка с этого направления встретить. А, где они могут перемещаться? Они за круг могут, да? Да где угодно, они могут вообще рядом с респой стоять где-нибудь в радиусе 500 метров и... Ну тогда у них 100% будет кто-нибудь в Тобольске сидеть, там палится это все дело. Через лес поэтому, Лол, у меня тут Тобольск рядом.
Ну, то есть ты можешь просто пойти не прямо напрямую, а, допустим, взять западнее. Ну, то есть ты понял. Ну, я понял, понял, я проведу. Альфа Браво или Чарли? Альфа Браво или Чарли на одной КВ? На разных. Будьте на ДВ. 100%. Все, да, лучше на одной КВ. Главное, чтобы были действительно на одной КВ, как не в прошлый раз. Я чувствую, на одной КВ столько народу. Прежде чем разъезжаться, проверьте связь. Да, кстати. Прежде чем куда-то ехать, проверьте связь. Не так, что поехали, в дороге настроим. Поехали. Спускаться будут, всех расстреляют. Даже издалека. Что круто. Аки в фильме. Давайте вон тот. Можно с Доника удушить канатом на 15 метров. Паша, успокойся. Давайте вон тот крейсер. Брось свои сексуальные фантазии. У меня есть М9 ПБС, который убивает очень хорошо. Ты сильно поднял. Тебе Иванчик надо, кстати, у тебя пистолет есть? Пошли. Чувак, зверо. Йоу. Стой, еще не все. Садятся? Да, народ еще садится. Вроде все. Есть еще кто не в вертушке? Да, вроде нет. Все, поехали, молчат, поехали. Лутаться-то здесь негде, вот они все сели. Если было где лутаться, они бы не сели. Проверка ДВ. О, у меня еще не спецназерские штаны. А как ДВ слышно, что разговаривали? А у нас пехота наземка будет. На какой КВшке они сказали? Экстинкт есть. Все с ДВ, раз с ними, все. Был, по-моему, стенгер. Был. Причем на милиции был. Москвичи пищи. Это пищи. Как нам между собой переговариваться? Да. С собой. Желательно без мута. Как нам вертушки между собой тут переговариваться? Только слышу. Что тебе сказали, алло. Да. Я же слышал. КВ. Ну, 204, ты же сказал. 204 КВ. Все, спасибо. А кто в отделении спецназа, у них другая КВ, 103. Нам сейчас говорить особо не нужно. Наша роза. Левый пулеметчик Ванчик. Правый студент. Хорошо, что я настраивал эти, научился настраивать дополнительные каналы. Че, сразу радость, что ли? Да, сразу радость, вообще дикая. На уши развесил их? Да. Там, правда, в прошлый раз Питер очень много фудил, я наш вообще ковышку не слышал. Да, нужна кнопка отключения доп. Канала. Угу. Отключение от Питера. Надо общие частоты сделать, чтобы можно было с КВ на ДВ. Чего? Это уже тебе только что говорит Паша, дополнительная частота настраивается доп. Канал. Ай, припит, ты понимаешь, что частота ДВ и частота КВ разные? А ты понимаешь, что у них работает, все нормально работает? Тихо. Я сейчас настрою 43-ю и буду всех слышать, если диапазон дальности охват. А я про это и говорю, про диапазон. Тебе надо, чтобы не работал? Наоборот, чтобы работал. Он работает? Там все работает. Я с КВшки ДВ могу слушать и говорить. Так, сейчас высаживаться будете. С Доника, по-моему... Уже полгода так, по-моему, играю и никаких проблем не испытываю. С Доника сейчас, по-моему, разрыв в шагу не случился. Ой, отстань. Мы в противень уже прилетели.
Сейчас Дуник, когда арма 3? Обещанная. Зачем мы ее покупали? Верни деньги. Да, 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 всем верни деньги. Все, сели. Вот он остался, ничего не было. А вест тут на какой КВ будет? Господа товарищи, дальность настраивается до 4 километров. Особенно касается вертушечников. Свяжитесь, у кого ДВ есть вертушкой. Вертолет, дальность настрой. Прием. Вертолет, прием. Ну и хрен. Сейчас я с ними поговорю. И 204-я же. Вертушка, прием. Да, прием. Вертушка, раз, два, три, прием. А дальность настройте у себя, до 4 километров позволяет игра. Все. Тебе что-то в вертолете говорит, погнали. А вы, давай. А чё давай, вы не послушайте меня, высадка в Лондоне. Сели почему-то здесь. Теперь делайте что хотите. Я вас увольняю. Гранату под себя не забудь. А, пошли на юг. Тем более, кстати, я траву здесь подрезал, в траве ползет чревато. Только те, кто на КВ. Паша, в смысле лодок травы подрезал? Я аддончиком сделал, на всех островах выключил траву. Да ну, коробку. А у нас есть багаюзеры, я заметил. В плане? Которые отключают настройках армы. Без травы играют. Что это, способов за это банить? Ну, в смысле, проще отключить, ну, чем банить. Не знаю, трава это что, типа, прикол в этом есть. Ну, прикольно, да, но когда вот обходит, лучше... Она есть же, вон. Вижу, а, я понял про что-то. Ага. Блин, обидно. Какой-то шарм сразу мне не стало. А, это Паша. КНВ сбросить можно. Давно. Перед рукой надо спрятать за спину. Лучше этого не делать, потому что она может пропасть. Сей был рюкзак. Аддончиком сделал так, чтобы его нигде не было, да? Раз. Да. А ты можешь аддончиком, наоборот, делать так, чтобы поверхностная настройка наделалась? Нет, скорее всего. Это арма настройки в этом видео настройках включается. Не, ну в смысле настройка обратно вставилась. Не знаю, надо думать. Скорее всего, нет. Репит, что там сказал? Порядка 160 движений за этим. Да, я понял. Твою спину бит. Вертушка, посмотри, меточка БМЗ примерно тут я поставил ориентировочно, оттуда были обстреляны бэхи. Говорят, БМП нашли, метку поставили. Ну, это вот эту игру. Это вертушки скачет,
Паша пришел? Да я-то тут. А? Это наша, видимо? Все, кто дальше? Все? На месте? Как просили? На высадке? Ой, так у нас ДЖПС даже есть. Очуметь. Нанотехнология. Шептунов уже можно включать. Паша. Нужен твой бинокль. Ну-ка, чего? Сверкни туда на 140. А чё? У меня ничего нет. У тебя бинокль есть, что-то не берёшь. Ладно. По верхушкам ничего нету? Значит, в елках. Я бы не сказал, что это пехота. Что? А вот это вот. А это кустовой, кустовой, кустовой. Есть, есть, наш есть, есть, есть. Ползун на 140 на горе. Вон елка, вот это деревья идут рядом с, в ряд. Да, далеко, тело, далеко, Москва. Наведите, так, мы где, дальше, мы где, мы где, мы где? Прием! Вертушка. Вертушка, прием. Слышишь, АВ, у тебя до выхода. Долбани своей силой. Запрашиваю вертушку. Вертолет, связь, вертолет, связь. Связь. Выход, баттер, подойдите. Они бэху отрабатывают. Ну запроси заранее по... Меточку дал примерно. Да. Не, Паш, там уверен, наверное, там где одно тело метод. Хочу заметку. Метка одно тело. Оно левее склона вершины. Вниз. На метке одно тело замечено пехи. Сейчас уточню. Общий чат Махно поставил метку. Короче, оно возле дерева сидит, палит вверх, по-моему. А, нет, это снайпер, это снайпер, СВДшник. Я же говорю, это снайпер, СВДшник, надо туда срочно вертухи водить, потому что оно подпустит, но снайпер ничего выбить. А вы где, кстати? Мы чуть-чуть сместились на вас. И в нашу сторону палит. Давайте, не совсем нашу, не совсем нашу, в низину. Да. Надо ждать верт. А он все живы? Ну, ответил куда. Вы вниз спустились по склону, на восток? Метку репит поставил, там рядом и AV со мной рядом. Я пока за этим телом буду наблюдать там. Вертуха, на метке ПЗ, пьех, там снайпер на нас смотрит с горы. Он там же лежит, смотрит на этот, на милицию. А может, на нас? Маячишь, ты чё, валму, что ли, вот? Да, да. Я закрыт, ёлка.
Можешь, это работает. Само закрыто. Могу корректировать. Метка ПЗ там где снайпер. Типа, посмотрите, там лежит, увидите сейчас его. Паш, ты наш канал, да? В типа, посмотрите, увидите его на этой метке. Как понял. Он смещается, уходит. Наверх поднимается, наверх. На 130 ушел. Верт, понял? Да. Он там где-то, я его визуально не вижу уже, потерял. Вы сообщение ПЗ слышите, Верт? По-моему, по Верту работал пулемет, нет? Какой звук был? Говорю, раз снайпер ушел, можем дорогу перебежать. Да, он поднялся наверх, вроде бы. Мне вас догонять? Ну, хотя бы на метку репит выйти. Не разграблю. Репит перешел дорогу. Иви, нам по линии строго двигаться. Лучше по лесу, а не по дороге. Давай, прием, меня слышишь? Здравствуй, слышу. Браво, на точке рядом с маской. Мы будем сейчас двигаться в сторону группы. Вы уже сместились? Метка актуальная практически, Паша. По-моему, с этого острова мочит БРД. У меня тоже такое было. Вертолет с этого острова БРД долбит по вам, по-моему. С... Там мы видим, мы видим. Так, давайте тогда не будем к берегу выходить, а пойдем как-то, ну... Идем по линии. Баранки, ну. На той стороне, скорее. На той стороне, возле башен, скорее всего, это БРДМ-ка. Давайте уже соберемся, наконец, сейчас опять по одному выщелкиваем. Я-то догонял вас, у вас метки, если у вас актуальны, там же, я уже на вас. А репит актуальный? Ну, я на Аздонике. Я уже от Аздоника чуть дальше репит. Он уже вперед убежал. Вот зараза. Я на метке взвода. Могу вплотную к этой подходить, к стройке? Не надо, вместе надо подходить. Вертолет, по-моему, долбит с района этих... Как они... Башни там, каменные. От них где-то на 200 вниз. Или где-то там, в районе них. Трассера видел, как он. На хорошем месте такой стал. Репетить что-то не видно. Движняк, движняк, возле дороги, перед взводом. Аккуратно, сейчас на дорогу может выбежать. Направление. Юго-запад, по-моему, двигался он. Юго-запад? Чуть восточнее дороги, по-моему, видел перед собой. Репита на 130, короче.
Трепит там же на своей метке. Да, сейчас актуально. До дороги, если от меня смотреть, он до дороги. Ладно, я как что смойте, подъедьте поближе и отстреляйте по выездочкам, по зданиям, по этим проходам. Если вы сможете отстрелять, там есть пулеметчик на корде, похоже. Могу надо будет снять. А здание, кстати, там за камнем с трубой лежишь. Где-то на 240, да? Репит жив? Да, жив. Репит, куда мы смотрели с тобой первый раз? Кто там в панамке со мной? Я рядом с тобой где-то. Там у дерева. Ты направление зажевал. 220. У елочки там. Ты за камушком, да? Я возле елки. Азарт, например? Я сзади позади. Лежим, лежим, высиживаем. Тут только мы, нам выжить надо. Надо сдвиг где? А труповые видно? Я не вижу, давайте на резерв уходим, на резерв. Понял. Те, кто с юга пришли, не резвались в город. Тут на связи. Резерв никудышно, но ладно. Тихо.
охота, прием, есть кто? Пехота Браво, да? Или как? Оставайтесь на позиции, я сейчас встану. Вы походите. Прием, ответ. Я потому что не знаю, где ты даже. Так, я пойду, наверное, проверю то деревце. Где тут чувак? Не надо. А, ДВ, прием, отряд Браво выдал БМ. Пишет труп. Да. Да, я на корточек сижу. Все, вот прикрывай туда, смотри, где труп правее, понял? Прикрывай меня. Еще один противник о том. Уходи, так, уходи. Я перебежал. Что там? Труп противник имеется. Могу контролить. Законтролю. Смещаюсь обратно. Прием на тем же путем. Посмотри. Уже двигаться пацаны. Сиделись. Помните о снайпере на. Прием. Мы пока вне зоны. Вне зоны обстрелы. Ну я предлагаю двигаться к этой стороне. Возражение? Думаю, нет. Надо, надо. Потихоньку, потихоньку начинаем сдвигаться, прям очень потихоньку. Вспомнишь? Сдвигаться нужно? Там Азоник поможет. А пешком можно пройти или лучше ползком? Но я пробежу. Да. Да ну там в поле чуть не хочется ползком. Побежу. Прикрывайте с деревьями, чтобы со стройки не постреляли. Ага, вижу вас двоих. Я забыл. А в зоне контроль? Я внутри. На шок. Да. Я на шок. Репит выдвинулся к вам. На автоматический огонь переключить. Пойду проверить это же. Метку на нас поставьте. Я держу лестницу, вход в лестницу. Прием, а на связи да, вертолет есть у кого-нибудь в отряде гранатометчик живой в колы? И второй этаж из зоны проверяешь? Да, я на втором этаже еще. Вроде чисто. С одноразовыми имеем. Мне нужно кого-нибудь.
А у нас пластид у кого-нибудь в отделении есть? Если нет, ну, чем взрывать? Хорошо. Либо хотя бы гранатомет скиньте. А чё, смысл? Смысл, что ты хочешь? Давайте закончим проверять стройку сначала, бардак, потом... Бардак выбить. Далековато до бардака. Пошёл проверять третий этаж. Я беру гранатометчик. Не, не лети к нам, не пали, не пали к нас, слышишь, не пали. Проси у кого-нибудь другого. Третий этаж я заглядывал, не выходил на него. На крышу задень, зря вышел, снайпер. Блин, эти просят гранатомет у нас. Но я что-то не хочу. Надо решить сначала вопрос здесь с этим, потом гранатомет. Надо в дом идти, стройка чистая. Я побежал к дому. Аккуратно. Так, еще раз что-то сказал. К дому давай, мы уже там. Красная двухэтажка. Аккуратно, с горы может быть огонь, с горы может быть огонь, а нет. Растяжек нет здесь? Есть. Казарм аккуратнее. Да это снайпер может. Я его защита была этого. Да. Щитовым, щитовым. Твоего его ранили? Нет, он, нас убили кого-то. На втором этаже щитовым. Противник на втором этаже? Да. Я по одной этим стою, не могу выйти. СВДшник покинул. Блядь, что он в лицо зарядил? Как так? Как он остался жив? Краб ублюдок. Что он там делает? А нет, он тоже как-то. О, кочегар. Что? Яхта. Как так? Яхта. Да что-то сраное. Я хотел убрать. Я их и обходил. Я тоже обходил. Да не, в себя пришел, репит, гранату кинул. И упал. Повод все валяется с изнанки. Кто первый придет, тот выиграл. А там крепость, по-моему. Моя неисправленная. Ну, наверное. Махно. А что там мне не исправлено? Я исправленную не кидал, я вот, по-моему, что вообще с ним делать? А что там не сломано?
Я не помню, что не так было. Каждый раз люди что-то бендят, каждый раз я забываю что-то делать. Мне никто не пишет, что надо сделать. Ну я по дефолту время поставил день, вместо того 0000. Не, ночников там нет, по задумке. Да, но я поставил день, чтобы на ночь не попадал. Что-то там еще было не так. Лорен расстреливает деревья. А, все, вспомнил, просто расположение, нет, где группы появляются. Не там? Нет, просто на карте не отмечено, где люди кипят иногда. Ну да. Совсем. Печаль. Еще, короче, тяжелый фильм. Остался только хитрый раздумник у нас. Кстати, а где это бункер? Это не бункер, а терминал. А, вот. Он Гарри. Да. В этот раз вы предусмотрительно дверки закрыли. Почему открыто? С той стороны показали. Ну, с той стороны нет, с этой стороны он где стоит. В прошлый раз открыли и... С кем я возле гаража разменялся? А там... Репит. Не знаю, не помню. Кто вообще в БМП был? Все молчат. А у вас в лавке один, что ли, был человек? Чё? Да нет, двое в лавке должно быть. Она сгорела уже? Лавка, да. Нет, ну просто она как бы там остановилась, кто-то там вылез из нее, кто-то там по делу. Или залез. Так. Корвуса, блин. Враг рядом. Да. Как он вообще остался жив, ему в голову попался? Рексор. Корвус? Рексор. А, Рекс. Да, читеры, видимо, да? Зачем он бегает? Ему сесть в лодке, в ёлке сидеть. Бенпро без ноги. Ползу. О, засёк его. Сняли. Ой, блять, я охуел. Дурак. Ебаной армы, блять. Тебя с грозы сняли. Так, блять, не в этом дело, Паша. Ёбаные текстуры, я в стену невидимую попадал. Сука. Стены? Ну, стены, скала, да. Эта тупая. Крабы сзади ползут. Пиздец. А, слышали, наверное, взрыв? Выстрел. Снайпер тупо выложил, да? Да, снайпер. И там, короче, вышел на... На наш... Не повезло. Своего убил, что ли? Твой тимкил? Нет. Нет, почему? Вот это Питер. Да, конечно. Резер Питер вообще там уже. А по кому с ними стреляют, интересно? Он просто брал бабаин, стрелял в воздух. А Зоник живой еще? Да. Я крови начался. А что надо было вообще уничтожить? Это вообще нереально найти. Ну вот на прямоугольнике в Хамвик. А на кругу? Сейчас найдем. Это не УАЗик ли случайно? Нет, терминал там нужен. А, ну да, он внутри. А в этом, в кирпичном доме таком, с красным, длинным, одноэтажным, и там внутри стоит коробка. Это беда, у меня, наверное, нет этого. У Зоника, наверное, нет этих пакетов. Ну, мы же переговаривались, может, там, это... А я лежу на этом самом, на убойном месте, как говорится. Понятно. Спитер из этого, из поэма с глушаком убьет. Ну, прайсуха пишет уже. И не поймешь так, что взрывать-то. Ну, миссии Ворона, они все рассчитаны на интеллект.
Пока все не взорвешь, миссия не закончится. Надо думать, то есть мозг должен шевелиться. А я мимо нее несколько раз пробежал, я даже не знал, что их не взрывает. Вот даже специально у трупа трубу снял, уж думаю, сейчас уничтожим. Слушай, на расклад вообще дикий. Да, можем проиграть. А должны бы выиграть. Ну, если бы люди знали, что делать, они бы уже давно забежали бы, прости, взорвали бы из РПГ выстрел. В вертолете слишком много людей сидит. А там они сидели половину. Что делать, Вест? Студент, что они делают? Плавают. А мы... не бардак, умер бардак, наверное. А он убил этого чувака, который в этом был, в ангаре? Нет. А куда он делся? На берегу, видимо, бегает. Не, ну в ангаре же был чувак, как ты говорил. А он ушел, зоник, кстати, не взрывает? Он же знает. Куда ушел тут? Уходить-то некуда. Так, а на сейчас снайпер смотреть. Тогда я не знаю. Был человек, короче, там был. Я вот гранату бросил, но я не думаю, что я до него. Нет, там уже... Там еще был один, там, посмотри, труп перед... Между этим... Домом двухэтажным. Не входя блинами ангаром, трупы валяются, там красный лежит труп. То есть там разменялись. Еще, по-моему, в ангаре был. Не, в ангаре не было никого. Не было. Там спикер со снайпером здесь двоих. А, ну ладно. А может, я разменялся, смахнусь. Так, Зоник зря. Ладно. Так спитер его, по-моему, еще пока не видит. Да его видели, вот, с вертолет вызывали, вообще не прилетел. По ним БРДМ отработал. Ну. А ща Лориан будет сжечь. Сейчас Донни только нос покажет и начнет понимать. Зря он туда залез. Хотя, может, и только сейчас на выйдет, если у него есть что вообще. Нет, я ничего не делал. Лора напрягла свою. Они должны были видеть Аздоник, а Аздоник там лежит, по-моему, нет? Нет, сейчас его не видно. А эта миссия на сколько рассчитана по времени? 65 минут. А прошло? 43. Ох. Или это не Аздоник? Где? Слушай, а наши-то подходят к этому, к БМПшку? Ловцы. А толку? А там есть что вообще зажечь? Это вообще пилоты, что это? Чем они будут его выбивать, интересно? Гранату в люк. МП5 ковреть, что ли? О, в натуре они что-то достали, это взрывчатка, нет? Да, взрывчатка. Там ничего. Они сейчас отвлекающие маневры будут делать. Взрыв-пакет. Да. Ну вот и я о чем говорю. Может, заманивать будут? Подберут, присыпят. В ёлках взрыв пакет. Лорен что-то почуял. Ну я вот так взрыв пакетом на прошлой миссии бегал за танком, пытался бегать. Не получилось. А спитер все. Спитер смещается. Устал. Да, да. Аздоник терпеливее оказался. О, Вест вот идет. Вот у него она не падает, у меня почему-то падает. Нет, не стиль. Чё, стиль, сейчас спидит. Не, я понял, что не стиль, я также пытался, но мне через некоторое время... А он ее зарядил, походу, сейчас самоподрыв, да? Сделает. Может быть, свистный слонг. Прям на спидера идет, что ли? На Лориана. Будет... Не, на Лориана.
тоже не попадаю. Смотри, не увидит. Вот. Давай. Давай. Сделай Аллах Акбар. Аллах будет делать. Ну. Да что ж, прикрепи, ты? Прикрепи, прикрепи. Минус. Отлично. Красота. А из Питера очканул. Забомбил. Он сейчас может видеть, как они там бегают. Нет. Не, ну вон они там головы торчат. Особенно когда бежали. Может, но он не видит. Там сложно увидеть на самом деле. Только если они прям выбегут. Отличный ход. Аздони, кстати, тем временем уже завожу, по-моему. Эзерчога сейчас будет расстреливать. Есть. Ага. Оп, и спитер активировался. Сейчас он опять в свой режим войдет, всех убьет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас. Правильно сделал, забаррикадировался. Он походу на связь выходит перед этими. А там, я так понял, не уничтожили что ли еще эту? Хуману вообще все равно, что у него сзади сели. Что у него? Ой, сзади? Спитеру. У него сзади вертолет с ракетами у вертолета. А нет, уже закончился. Вообще, конечно, это наглость под боком у спитера садиться. Они же не знают, что он спитер. Ай, забрали людей. А, забрали, да? Да. Оказывается, спецназ не мы, а они. А, да. В шапках-то других были. Но тем не менее, задачу-то мы свою выполнили. Аздоник утащил. Там еще один сервер. Ну, это да, это уже как бы там, как ребята. А у них там война, кстати, может быть сейчас. Нет, там где-то терминал. А терминал это белый, что ли? Да, коробка, ящик такой. Белый, понятно. Да. Где-то, рядом с крабом. Да. Краб-то, по-моему, прошаренный. Уже понял, что надо защищать. У нас там есть? Один человек остался. Ну, не совсем. Там и Виллас что-то долго. Где Рексар, что ли, вот этот сидит? Вот этот? Или что? Да, а Спитер решил краб, режим краб. Кругового обзора. А, все вижу. А что у краба тут? Белое, если покрутить. А, все, вижу. Ага. Эх, какое стекло поганое. Я бы его уже давно взорвал. Несколько раз мимо пробежал. А с Доника там уже нет. Блин. У Рексара стекло такое поганое, пипец. Вообще ничего не видать у него. Там пленочка. Все, он там висит. Там не стекло, там пленка вон. Ну да, такое поганое, что... Полиэтилен. Его видно не будет. На читах. Человек уже начал действовать. Human. Так, к нему идет. Идет к смерти. Ну почему? Посмотрим, какого. У кого больше в классе? Ну да, у него. Ну че, Александр? Сара очкует, конечно, тут высадка такая идет, полномасштабная. А терминала там нет. Зато залил. Че, они прицепят Зуху, спустят и начнут мочить.
Хуман выкинули. Че, Дэнк, ты закончил перед этим? Взорвал. Нет, он стоит в кагарке. Нет. Большой он-то взорвал, а серьез. Да-да, добьет, добьет сейчас. Вот это да! Вот это жесть! Чё-то чё было? Граната сейчас пойдет. Да там рюкзак, короче. О, добил! Опа! Кого бомбанули, вертушку? Да. А как? Сершик. Ой-ой-ой, пока. Не-не-не, еще звая. Да как сайт. Там кто? Нормально, нормально. Да Иванчик, Иванчик. А, 600 часов? Нет, прайсуха. 600 часов. Не, вообще-то 1500. Ну ничего, МП5 здесь прокачанная, она нормальная. Нет. Ой, зря она так прыгает. Народу-то сколько, а? Ой, краб рядом там. Одну гранату все, и все. Без сознанки. Краб сидит, ждет, когда на него выйдут. А спитер, блин. Интересно, хюн. Монтирует. Я передвигается бесшумно. Плывет. Краб. Ой-ой-ой-ой-ой. Да сейчас я пару зашлю. Хьюман, да, вот. Ай. Ай. Оп. Прай. Ой, твою медили. Хьюман, чуть-чуть. Неужели не слышишь? Смаслили. Сторожился. Ну, Вест тут живой. Прай, сухо, тащи. Блин, вообще бардак четко взорвали. Да. Ой, ладно. Это я видел. Всем счастливо. Ну, Весту, давай, он на скалах, вон. Давай, Весту, давай. Хуман, Хуман. Ах, Хуман. Убил? Хуман, да. Да, да. Ну, винторез он, конечно, жесткий. А не Весту тут убил, слушай. Да. Спитер все еще там. Вон, Весту вот шьет сверху. Друг друга мучат. Остановитесь. Там краб уже вышел. На смерть идет. На охоту. Там уже я жду. Хуман уже все в мясо просто. Да, еще ходит. Да, да. Да, да. Оп, Хуман выключился. Что, упал, что? Ну. Хуман офлайн. Или боль. У Вествуда, смотрите, человек лежит с плитой придавленный. Как камеру менять? Слева в настройках. Цель, да, справа вверху список, а камера слева вверху. Надо было выйти тогда, когда он сел. Это? Наш дядя. О, спитер в атаку пошел. Да ладно. А бабай атакует. Так его это волнует. Долбать Хуман. У него куча FPS. Доник уже убежал. Пацаны, как Хуман делает? А где он меня вас? Сейчас этот, Аздоник неожиданно так выскочит и всех завалит. Что там Хуман как? А где лазит не вас? Прям как Игорёк. О, Хуман в трупы спрятался. Меня лутает, у меня там медицина дофига. Так это же Хуман. Ему не поможет, у него и руки, и ноги в хлам. Медик. Вообще, как он не умер? Просто вопрос. Я ему выстрелил в голову, а попал в ноги. Как? Ты в него вообще выстрелил, не попадал. А тебе очередь в голову пустил.
Последнюю. А, не, я начал, короче, манцевать, бегать, ты меня попал, я тебя убил и, короче, без сознанка упал. Погодите, а Сдоник своего завалил, что ли? Как? Да. Ну, я не знаю. Все, бан на неделю. Я бегал. Сколько там по правилам? Бегал, манцевал. Ты по мне попал пару раз, очень сильно ранил, закончился патрон, я тебя убил. Филос еще и добил меня. Так вот, в голову ранил. Красавчик. Со снайперской винтовкой, блядь, сидит. Тебя Каваш спорт. А, да точно, ты же сайтер кидал. Ну я ж Доник. Блять, я же. А он по своим, по-моему, так и долбит. Вилос, или нет? Со стороны мышья. Да не, он туда же долбит. А там, где этот труп. Я не пойму. Ящик там. Ящик. В этом, в кирпичном одноэтажном длинном, да, доме с этими, с автопогрузчиками, где Аздоник рядом сейчас с ним. Аздоник сейчас умрет. Не факт, еще пока. Ну там краб. Краб не туда смотрит, он вообще за этим. Нашу вылазку. Да, заснял. Там посмотрим. Качай. Прикинь, я Сдоник только говорит. Идите нафиг. Идите нафиг, меня не волнует, что вы летаете. Я ему говорю, дай гранатомет, пожалуйста. Там бардак выбить. Он такой, не, ребят, все мое, ничего не дам. Ну, там ему нечем было зажигать, у него постыда не было. Батя, как он сидит? О, Аздоник может услышать. Да, недалеко. Слышу, как сказать, в наушниках вполне может. Да, во-во-во, на гранату похоже нацеливается. Ага. Так. А он, по-моему, под себя ее бросил, нет? Фосфорная, дымовая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слышно, а краб слышит? Он с этим, с GCRS-ом слышит топанье. Ага, вон чё. Друг друга контрят. Банк! Эх, блядь. Перебросил. Кого пересидит? Видел, что ли? Ох, как... Аздоник! Прям в голову. Кто меня? Аздоник, ты зачем своего убил? Краб. Кого я убил? Да не Аздоник, убил-ка. Вилос. Я Вилос сказал, просто постреляй, расшевели. Я этот начал шевелиться, я понял, где... Кто меня краб убил. Так, ну это уже какие-то сиделки, натурально. Я знаете, что забыл? На прошлой точке же еще сервер был. Да-да. Я... Может там только это оставлять, я про нее все время забываю, про сервер. Спитер там ждет, пока ты сервер зарежешь. Так, что ждем или рубим? Да руби это реально. Да, тут уже инвалида стали. Жаль, конечно. Погоди, а где там сервак-то?